Привет! Сегодня 9 мая, и мы находимся в Петровце на концерте знаменитой группы «Моральный кодекс». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, друзья. Первый раз в Черногории? Да, впервые. Понравилось? Очень. Вот почему не спели что-нибудь по поводу 9 мая? Я надеюсь, у нас в репертуаре просто нет песен военных лет, а просто делать их... Ну, неквалифицированно, что ли, так, как будто из-за стола встали петь. Мы просто не можем себе позволить, потому что мы профессиональные исполнители, нам надо... Ну, мы... это просто немножко не наш жанр. У вас это отдых вот здесь? Нет, сюда мы приехали по приглашению наших друзей, которые здесь открыли этот пляж на открытие сезона. Это было позавчера. Вот. А сегодня мы просто сыграли... Вы вот сейчас тут побывали, у вас не возник такой общий московский синдром? Присмотреть тут недвижимость и приехать тут пожить. Я вообще не думаю о недвижимости. Не в том плане, что о недвижимости, а именно не захотелось ли тут пожить? Ну, я пожил здесь уже. Четыре дня, да, ну прекрасно. И все это? Да, съездили в гору, повидали красивые места, очень озеро. Ну приятно, а что? Ну просто у меня голова занята работой. И мне некогда думать. Потом у меня нет такого большого количества денег, чтобы приехать и с удовольствием купить себе место, которое мне понравилось. Вот. А то, что мне по карману, мне не нравится, поэтому я об этом не думаю. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю вас с праздником Победы 9 мая. Независимо от того, какие... краски еще внесет, так сказать, историческая наука во все эти события. 9 мая все равно останется нашим общим с вами праздником, потому что, собственно, Россия, ну, в то время Советский Союз и Югославия, это были единственные две страны, которые не прогнулись под гитлеровской Германией, под фашистами и, в общем, боролись до конца и победили. Все остальные страны, так или иначе, в общем, как-то они вели себя немножечко, ну, не настолько крепко, поэтому, собственно, мы очень любим вас всех и будем ждать вас к себе в гости и приезжать к вам. Всего вам самого хорошего и с Днем Победы!
Вы смотрите «Русское время» на канале НБЦ. Sve što želite znati o Crnoj Gori. Ruski magazin Jadran. Prvi žurnal na ruskom jeziku. Top Art Garden Center. Озеленение и ландшафтный дизайн. Оформление жилых и общественных помещений. Оформление садов, создание систем орошения и водоснабжения. Арт Гарден Центр. Подгорица, Никшильский путь, Безброй. Телефон 081-881-131. Топ Арт Гарден Центр. Комсомольская правда в Черногории. Новости России, Черногории и всего мира. Политика, спорт и экономика. Программа российского телевидения. Комсомольская правда в Черногории. Najbolji način da prodate vašu nekretninu je oglas u našoj emisiji na ruskom jeziku Rusko je vreme. Смотрите новости недели в программе «Русское время» на канале МБЦ. И сначала коротко о главном этом выпуске. Проблемы с водоснабжением в Будве будут решаться с помощью опреснения морской воды. Строительство водопровода из Кадрского озера в Приморье будет продолжаться. В Черногории меняются автомобильные номера. Проблемы с водоснабжением Будвы в этом сезоне будут решаться с помощью опреснения морской воды. Первая в Приморье станция опреснения, которая строится сейчас на мысе Завола, начнет работать не позднее 15 июня, сообщил в среду мэр Будвы Райка Куляча. Станция будет производить около 200 литров питьевой воды в секунду. По словам будванского градоначальника, это в значительной мере решит проблему с водоснабжением главного туристического города Черногории в этом сезоне. Строительство водопровода из Кадрского озера в Приморье не будет прерываться даже летом. Будванские власти решили нарушить запрет на ведение строительных работ в сезон, чтобы быстрее завершить проект. Если строительство будет вестись непрерывно, водопровод начнет работать с 1 июля следующего года, заявил Райка Куляча. В противном случае вода из Кадрского озера поступит на побережье Адриатики не раньше конца 2009 года. С 1 июня в Черногории меняются автомобильные номера. Новые автомобильные номера будут иметь черногорский герб, надпись МНЕ, буквенное обозначение города, в котором зарегистрирована машина, а также индивидуальную комбинацию из 5 букв и цифр. Так что желающие могут за отдельную плату заказать номер, на котором будет написано их имя, фамилия или другое слово не длиннее 5 букв. Первые 150 номеров предназначены для государственных чиновников, и их начинают распределять уже сейчас. Номер ЦГ-001 получит президент страны, ЦГ-002 – председатель парламента, а тройка достанется премьер-министру. Новые черногорские номера производятся по технологии немецкой компании. Черногория присоединилась к акции «Георгиевская ленточка». Эта акция впервые стартовала в России несколько лет назад. И теперь, накануне 9 мая, все желающие почтить память павших во время Второй мировой войны повязывают георгиевские ленточки. Наша программа поздравляет вас с Днем Победы и желает вам мира, спокойствия и процветания. Это были наиболее интересные новости прошедшей недели. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках программы «Русское время».Najbolji način da prodate vašu nekretninu je oglas u našoj emisiji na ruskom jeziku «Rusko je vreme».
comes a booming sound. Način da prodate vašu nekretninu je oglas u našoj emisiji na ruskom jeziku Rusko je vreme. Hajde, hajde, moj bojeti, kad ću lape u reći, kad ću ladja kacava se smirima halava, hajda! Hajda u naši ladovo, ši lapatru za šinovo, kupičare lja mundovo, hajda ša! Bazi, 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 lavare se kose! Kasica ja duna, kustina rece kara. Ja fi jelba baj vrasa, še kati sama je promosa. Ja kača, kača. Путешествие. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует рубрика «Путешествие с ДСА» и я ее ведущий Никита Копытин. Сегодня мы поговорим о городке около Герцогнови Зеленики и о ее людях. Опять люди, ты что ж такое? Давай. Два года назад мне дали ник Рикверс. Рикверс значит назад. Говорят, два года назад мне дали ник Рикверс. Местные говорят Рикверс. Два года назад мне дали ник Рикверс. Рикверс на сербском означает назад. И вот. She's my only romance. I'm her only man.
machine. I'm her confidant, and she's my only cream. Što radiš ti ovdje u slobodno vrijeme? Ma ništa, ja idem u igraonicu, zezam se i tako. Što radiš? Ništa. Sjećas ja vam skažu.